Время. Оно дано каждому из нас от рождения. Всем поровну. 24 часа в сутки. И нищим, и богатым. Так почему? Одни люди добиваются успеха, а другие всю жизнь влачат в нищете. Секунды складываются в минуты. Минуты собираются в часы. Часы накапливаются. И вот уже сутки. Сутки собираются, накапливаются в недели, месяцы, годы. И вот за плечами целая жизнь. Но если на всех континентах мира 24 часа в сутках для каждого из нас, какой секрет знают богатые и успешные люди? Существует всего 4 способа, как потратить свое время, и они выбирают лучший. Время можно подарить своим детям, подарить своим друзьям для радости и удовольствий, подарить своим самым близким людям, чтобы успеть оказать внимание, поддержку, проявить свою любовь. Время можно уничтожить на страхи и пустые опасения, на то, чтобы оправдаться, почему ты стал неуспешным, разбить в слезах, оплакивая свои неудачи, или спалить в глупой ярости. Время можно продавать дешево или поминутно, работая на конвейере, или часами, работая на хозяина или на себя. Но помните, в сутках всего 24 часа, и это все, что у вас есть. Богатые люди умножают свое время. Они инвестируют свои знания в других людей и выстраивают целые системы, где в результате каждая секунда превращается в ценность. Представьте себе, что каждый день вы тратите всего 2 часа, чтобы найти и обучить 2 человек в месяц. И они тоже будут тратить по 2 часа в день, работая как и вы. И значит, в сутках 6 рабочих часов. И, соответственно, в 3 раза больше денег. Ну, а если их будет не двое? А если за месяц вы найдете и обучите 5 человек, и каждый потратит 2 часа? Значит, в рабочих сутках 12 рабочих часов. И, соответственно, в 6 раз больше денег. Ну, а если вы пойдете дальше, и каждого из них научите не только работать как вы, но и привлекать и обучать следующих людей. И каждый потратит 2 часа. А вместе 62 рабочих часа в ваших сутках и достаточно много денег. И если этим заниматься изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, то именно так можно обрести реальную свободу и возможность тратить свое время так, как вы хотите, в любую минуту своей жизни. Время можно потерять на сон и пустые мечты, просыпать между пальцами на сплетни и склоки или пытаться растянуть сутки, чтобы успеть сделать все самому. Быть богатым или нищим. Умножать время или делать все самому. Решать вам, какой сценарий вы готовите себе в будущем. Тюремную решетку нищеты или, может, стоит научиться умножать и инвестировать свое время с тем, чтобы получить в подарок весь мир. Время принимать решение прямо сейчас.